Давно уже его на свете нет. Того русоволосого солдата. Письмо путало 20 с лишним лет. И все-таки дошло до адресата. Размытые годами, как водой, от первой буквы до последней точки метались и подпрыгивали строчки перед глазами женщины седой. И пара молчаливая вела по ниточке, надорванной и тонкой. Она в письме была еще девчонкой, еще мечтой и песенкой была. Он все сейчас в душе разворотил, как будто тихий стон ее услышал. Муж закурил и осторожно вышел. И сын куда-то сразу заспешил. И вот она с письмом наедине. Еще в письме он шутит и смеется. Еще он жив, еще на войне. Еще надежда есть.